сёння адбыўся чарговы ўжо чацвёрты па ліку башны дзень. Гэта сустрэча кіраўніцтва башн з тымі сябрамі, якія ўступілі ў арганізацыю цягам году. І падчас яе мы распавядаем не толькі што такое баша па канкрэтных накірунках дзейнасці арганізацыі, і іх кіраўнікі прадстаўляюць вось, ну, актуальныя пытанні сённяшнія для бажу. Гэтая сустрэча накіравана на то, каб захоціць маладых сябраў арганізацыі прымаць больш актыўны ўдзел у яе жыцці, ну і каб атрымаць інфармацыю, як кажуць, з першых рук, з першых вуснаў. Я старшыня журы корпусу «Вольнае слова». Я таксама займаюся адукацыйнымі праграмамі. Перш за ўсё, хацеў нейкіх кантактаў і ведаць іншых людзей, маіх калег, каб расці прафесійна. І асабіста таксама. Вось. Як я трапіў у баш, адзін мой сябра параіў мне, што гэта класная арганізацыя, тут класныя людзі, і для майго росту будзе вельмі карысна далучыцца і штосьці таксама паспрабаваць можа рабіць у межах баш. Сколько я пишу много аналитической журналистики для разных белорусских изданий, я очень, мне кажется, очень важно то, чего нам часто белорусам не хватает, это какого-то умения быть вместе, и не просто на словах, но действительно объединяться, действительно работать в общей организации. Поэтому я вступил в ВАШ, потому что для меня важна совместная работа и совместная поддержка, солидарность со своими коллегами. Мне кажется, БАШ действительно делает очень важную работу, и все, что он делает все эти годы. Конечно, всегда можно работать дальше. Мне кажется, важное направление – это борьба не только с какими-то крайними ситуациями, например, когда журналистов избили, но и ежедневная борьба за улучшение вот простой ежедневной ситуации журналистов. Для меня наболевшая проблема – это нарушение авторских прав, к сожалению, воровство текстов. Это стало чуть ли не нормой в Беларуси. И когда ты возмущаешься, тебе говорят, ну так что, это же нормальная практика. Вы просто взяли твой текст, просто выкинули твое имя, что-то такого. Мне хотелось бы, чтобы мы вместе работали, чтобы такого не было. И действительно, Беларусь стала страной не только, когда мы свободны журналистики, но и при этом все-таки качественной свободной журналистики.